В России упали цены на смартфоны. По информации Росстата, с 16 по 22 июля ценник на гаджеты снизился почти на 1%, а за весь месяц более чем на 3%. Также подешевели обрезные доски и пылесосы. В целом, недельное снижение цен в стране составило чуть менее 0,1%. А вот цены на продукты в ЕНАО с начала года выросли более чем на 8%. Этот показатель на 3% меньше, чем в среднем по стране, сообщили в пресс-службе Тюменьстата. Больше всего подорожал сахар, почти на треть. Следом за ним овощи, цена на них выросла на 16%. Замыкают топ-3 кондитерские изделия с показателем чуть более 14%. На водоемах Ямала с начала купального сезона утонули уже 16 человек. Причиной тому зачастую становится купание на необорудованных пляжах. На данный момент безопасные места для плавания есть только в Муравленко, Ноябрьске и Таркасале. Напоминаю, что в новоуренгойских водоемах купаться нельзя. Можно только отдыхать и загорать в прибрежной зоне. Ямальская травница готовит чай по старинным рецептам. Галина Черноока из села Горки Шурышкарского района выиграла муниципальный грант. На эти деньги женщина построила небольшой домик, где заготавливает иван-чай. За сезон удается собрать 50 килограмм сырья. Также северянка купажирует иван-чай с листом морошки, малины и топинамбура. В будущем мастерица планирует увеличить объемы производства и расширить ассортимент вкусов. Дети – частые гости в чайном домике. Галина рассказывает им секреты трав и обучает заготовке.